Приветствую всех на канале. Пришла посылка, глянем, что тут у нас. Радиоприемник. Радиоприемник, как правильно прочитать, this good. This good. Что это значит, непонятно. FM, AM радиоприемник. Ну, давайте смотреть. Коробка помятая. Ну, в принципе, хорошо, что она вообще есть. Так, у нас есть инструкция и инструкция на английском языке. Ну, все подробная такая инструкция, небольшая. Вот. Что еще дальше? А дальше у нас, собственно говоря, сам радиоприемник. Так, общий взгляд, какой тут у нас антенна. Смотрите, вот этот радиоприемник, мне кажется, это просто был такой радиоприемник, а потом его выдают вот за такой. То есть у него антенна так расположена. То есть обычно, если это такой антенна, то располагает здесь антенну. Здесь так расположен. Померим антенну. Антенна у нас длиной так, 36 сантиметров. Неплохо, в принципе, для небольшого портативного радиоприемника. Так, что тут у нас? Батарейный отсек. Сразу батарейки зарядим. Хлястика для вытаскивания батареек тут не имеется. Минус, конечно. Вот. Батарейки легко заряжаются. Так он сразу включился. Значит, он не был выключен. Вот, теперь выключили. Так, значит, приемник рабочий. Закрывается, в принципе, легко, я так понял. Да, вот, закрылся. Так, тяжеловатый приемничек. Здесь у нас... Получается громкость с выключателем, наушники. Давайте включим. Так, у нас на FM стоит, и будем FM ловить. Здесь у нас настройка крутилки. Настройка тут у нас светодиод, если вам видно, да? Так. Позволяет точно настроиться. Громкость у него высокая, но для китайских приемников это свойственно. Давайте на АМ-диапазоне посмотрим. Но АМ-диапазон, наверное, пустой. Но тоже вот светодиод точной настройки, тут он тоже пытается что-то поймать. Но ничего не ловится. АМ-диапазон будем проверять с помощью вот такого радиопередатчика с MP3. Музыка отсюда подсыпает сюда, и он передает на диапазоне АМ. Тут есть три настройки. В начале диапазона, в конце и в середине диапазон. Сначала в начале поставим. Вот, включаем радиоприемник, ищем станцию нашу. Вот, поймал. Не очень громко. Но это помехи идут от импульсников. Такие щелчки. Чувствительность посмотрим. Чувствительность низкая. В общем, как будто приемник прямого усиления. Может быть, так оно и есть. Так, я сейчас в середине диапазона посмотрю. Вот. Ну и конец диапазона. Ну, в принципе, рабочие, но не очень. Внутреннее устройство радиоприемника. Несложно, это цифровой радиоприемник. Вот я тут данные записал. Динамик у нас, вот он, 4 Ома, 2 Вт. Неплохой динамик получается. Усилитель у нас на самом распространенном чипе, 8002 собран. Вот, неплохой усилитель. А радио собрано на одном чипе БК-1198. Это цифровой
мультиволновый радио. То есть несколько может принимать волн. Вот. Магнитная антенна у нас спряталась сзади. Вот покажу, вот она здесь находится. Она длиной 50 мм. Единственный плюс это то, что провод получения взяли, они просто эмалированы. Но все равно чувствительность маленькая. Настройка осуществляется через потенциометр 100 кОм. Так, тут переключатель. Кварц у нас 32 кГц. Ну и громкость регулируется обычным потенциометром для этого. Ну, в принципе, схема несложная. Настройка, шкала построена с помощью вот такой шестеренки. И здесь лента вот гибкая. И вращая шестеренку, то есть настройку, мы перемещаем шкалу. Подведем итоги. Приемник, в принципе, не самый лучший и не самый худший. Вот. Из минусов это дизайн, конечно. Он какой-то мрачный. Тут получается цвет мусорных ящиков, мусорных пакетов. Ну, как бы того и хочется его туда запулить, как бы. FM-диапазон, в принципе, нормальный для такого размера приемник. Немного тяжеловат. И AM-диапазон у нас довольно-таки слабый. Поэтому ну, рекомендовать не знаю, как этот приемник. Стоит, не стоит его покупать. Вот, каждый решает сам. Но антенна длинная, плюс. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.